Привет. Сумочки немножко ушли в цене. Ну, по-моему, не немножко, это по-вашему немножко. Значит, сумочка Вида. Смотрели ее в прошлом видео. Значит, это такая она как кошелек, похожа на Манхэттен, только нет у нее клапана. Значит, $220 она стоит. Ручка здесь внутри специально засунула, чтобы легче было ее крутить с этим карманом. То есть сзади карман. Здесь впереди расстегивается карман. Вот так вот расстегивается карман. Вот так вот с одной стороны он больше, видите, с другой меньше. То есть здесь складу добавили, здесь складу не добавили. Пожалели складку. Вот так вот. Ну, маленький карманчик для всего, для ключей, для чего-то. Так, это ее фронт, это ее бэк. Это ее перед и это ее зад. Зад. Я оставила себе эту сумку тоже, она замечательная. Ну, маленькая, знаете, кошелек это бежал. Вот, через плечо. Кроссбаре. $220. Да, девочки, забываю сказать. Значит, смотрите. Вы все время, то есть многие, особенно те, кто только что подписались, они, ручка здесь внутри, буду крутить сумки, пока говорю. Особенно те, кто подписались, вы немножко, может, не понимаете, новенькие, не знаю почему. Вы не предусматриваете, что все пересылается за деньги. А вы не найдете никого, ничего, чтобы он вам выслал бесплатно. Значит, цена сумки, которую я озвучила сейчас, плюс пересылка. Понимаете, сколько будет стоить, надо считать отдельно по стране. Но я про то, что вы должны это учитывать. Потому что потом, когда тратишь время по 4 дня, подбираю вам сумку, потом вы, значит, меняете 5 раз. Такие, как вы точно такие, как я. Я в магазине пока выберу, не дай бог. Значит, потом все, пришли к выводу, к этому, к результату, значит, собрали это все, кошелек, сумку или что мы там с вами собрали. Кому-то я отказала в эти дни, потому что они спрашивали, а вы уже вроде бы как берете, да? Кому-то отказала. Выясняется, что вы не знали, что надо платить за пересылку. Ну как это? Ну ее же надо высылать. Она же, почта же бесплатно ни у вас, ни у меня не работает, понимаете? Даже в Африке она вот не работает ни по каким тем самым ценам, да? Вот, значит, поэтому имейте в виду, что будет пересылка стоить. Сколько будет пересылка стоить, буду писать. Спрашивайте заранее, если что-то не понимаете. И еще, кто стесняется, меня беспокоит, не стесняйтесь. Я выключаю телефон на ночь и даже иногда ночью просыпаюсь или что-то там поздно. Я ложусь и смотрю на телефон, кто мне что прислал. Поэтому я вам и ночью могу ответить в мою ночь, да? Это у вас день будет. Ну, смотря у кого где. Может, кто-то из Америки, так у вас то же самое. Вот, значит, ну, и не стесняйтесь беспокоить. И еще пишет, что, ой, я вас вот не хочу беспокоить. Я вас спрашивала 2 недели назад, а там что-то вы сказали, посмотрю, а вы не ответили. Я могу забыть, поэтому переспрашивайте, пожалуйста. Так, не бойтесь беспокоить. В каждом видео будет, под видео будет мой электронный адрес почты. На него смотрите и туда пишите. Значит, либо в комментариях пишите свой WhatsApp. Я его снимаю, это пишу вам, текстую. Я не звоню никогда, боюсь беспокоить. Потом еще есть девочки, которые говорят, что Лена, не это самое, не выдавайте меня, потому что у нас тут семейные расходы, не это самое. То есть я скрываю от мужа и так далее. То есть я вам просто, ну, это самое, я вам отвечу. То есть я имею в виду, я не звоню никогда, не беспокою звонком, я буду вам писать, что здрасте, это я, да? Вот так вот, и мы с вами соединимся, WhatsApp я имею в виду. Потом я уничтожу ваш адрес, если вы даете телефон или вы сами его уберете, этот комментарий, чтобы он не висел в YouTube. А ну, ничего страшного, ну, просто убрать. Вот, это связаться со мной, то есть под каждым видео есть, смотрите. А то многие пишут, а как с вами связаться, а потом пропадает, опять пишет, а как с вами связаться, опять пропадает. Ну, вы же отвечаете уже, если я ответила, что
вот так связаться, так вы же пишите, хорошо, буду иметь в виду, там, например, если занято, нет времени или нет денег или чего, скажу, хорошо, спасибо, буду иметь в виду, все. Поняли? Типа, пошла вон вот со своими сумками. Ну так, можно и так написать, ничего страшного. Лишь бы купили. Так, девочки, мини Даксбери. 195 она так и стоит, она очень популярная сумочка, ручка у нее внутри длинная, мы ее с вами видели 100 раз, мини Даксбери, я уже ее прокрутила, это у нас вот эти, это у нас Эверли стоит не 225, сейчас я посмотрю, Эверли упала в цене 215, то есть у нее цена 225, была, у нее 215. То есть вот к этой цене вы прибавляете почту. То есть я прибавляю почту, понимаете? Расходы по пересылке. Так, имейте в виду. Вот, многие пишут, а какой у вас процент? А что еще за процент? К озвученной цене прибавляются почтовые расходы, то есть посылка из Америки к вам. Вот, все. Значит, Эверли сумка. Здесь у нее карман. Здесь у нее карман. Здесь у нее клапан. Здесь она вот так открывается. Треть очень похожа на Марго, только меньше размером. Посередине у нее тоже такой глубокий-глубокий до низу вот это отделение на замке. И два отделения здесь. Одно-два. Вот так. Так. Вот так вот. Вот так вот оно все выглядит. Ручка длинная внутри. Вот она. То есть в той сумке она внутри. Так, Эверли. Эверли на клапане, да? Но она такая гармошечкой так сделана красиво. Сбоку она вообще хороша такая. Знаете, такая пухкая здесь и пухкая здесь. Вот. Вот. Так, и сзади карман, как я уже сказала. Карман большой, вот на целое вот это вот расстояние. Так, Даксбери. Крепим ручечку. Родная ручка была внутри сложена. На всех кроссбаре есть ручки. На больших сумок нет ручек длинных. Я имею в виду длинные ручки. Там только короткая. Так, 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 так. И вот так вот, вот так. Ручка маленькая смята, она расправится. Только что я ее достала оттуда, понимаете, да? Это у нас мини Даксбери. Сумка Кати, вы ее видели в прошлом видео. 175 она стоила, 165 она стоит сейчас. Вы видели, я показывала, что я шила свое. Это вот это ляпает очень это самое громко по столу. А, значит, хлопает это самое, что я пришила к той своей драгоценному камню карманы, да. Так вот это вот Кати с непришитыми карманами. У нее здесь свой родной карман, который на магните. Вот такая плоская сумочка. Простая такая, нормальная. Тем более по хорошей цене, 165 долларов. Джоанна, помните ее? Такая вот она. Вот такая вот она классная. Ручка была внутри тоже вот так вот примялась. Значит, ручка на передвижке. На такой ручка такая шире, чем обычно. Такая крепенькая. Похоже, она немножко на гитару. Такой овал, да? Значит, 275 она стоила. 235 она стоит. То есть, аж 40 долларов она снизилась. То есть, это из дорогих кроссбари сумок. Тут я писала когда-то. Надо сейчас написать новую цену. О, 250 стоила, а сейчас 235. То есть была цена такая, потом она была 250, теперь она 235. Так, сумка такая классная. Она в вертушечке замочек, как я люблю. Значит, открывается. Сейчас мы подкроем ее. Вот так вот она открывается вот здесь. Вот, и здесь у нее открыла вот такой вот у нее там карман. Брамин сумки обязательно станут мягкими. Это даже написано в этом самом, в инструкции, которую вы получите там в карманчике. Инструкция там, ну не инструкция, а это памятка, да, там пишется, что брамин станет, если, говорит, он вроде как, типа, грубые карманы, они станут легче после эксплуатации. Так и пишут. Вот. Так, 235 долларов. Ни за что отдаем, тем более дорогая сумка. Сумочки Хиллари. Специально не снимаю ручку, чтобы была для... Кому понравится принт, пишите, что с этой ручкой сумочка. А вообще я фотки высылаю, знаете, для новеньких говорю, что фото я высылаю все. Длинная ручка у нее есть внутри. Так. Вот так.
Вот так. Так, это ее спина. Это ее большой карман. Это она внутри. Пристегнучка есть во всех браминовых сумках. Не устаю повторять. Можете пристегнуть на нее чего-нибудь. Хазбента, чтоб не убегал. Хотя на такой простой веревочке сорвется, зараза. Так, идем дальше. Вот Джан, на Джане хороший такой ремень. Да, вот на тут можно пристегнуть. Так, что у нее еще? Легкая, такая обыкновенная. Знаете, у нее ж нет больших ремней, нет у нее карманов, при клапанов нет, замочках вот эти, не вертушек, ничего. Такая легонькая, обыкновенная сумочка. И цена у нее 200. Нет, сейчас посмотрю, она уценилась сейчас. Хиллари 215, 225 стоила, 215 сейчас. За так отдаем. Значит, вот это ее перед, да? Это ее зад. Так, и здесь, соответственно, это ее перед, это ее зад. Смотрим, какая лучше. Конечно, вот это с этим замечательным кружком обалдеть. Вот здесь. Так, многие писали, а мне не важен кружок, там везде крокодил, но это правда. Зато у этой бока, видите, какие красивые, у этой бока, какие красивые. Вот, вот так, и вот так. Вот так, и вот так. Так, Хиллари Клинтон, миссис Президент. Миссис Президент. Хотела быть, но не получилось. Так, идем дальше. Так, сумка-портфель. Мы с вами ее видели вчера в видео, выставляла, то есть говорила про нее, про то, что там может что-то идет на нее пришить, но это не принципиально, и мало людей это делают. Правильно и делаете, лучше деньги зарабатывайте и покупайте готовое. Все карманы здесь очень глубокие. В них помещаются вот эти таблетки, кто может ездить с какими-то компьютерами, с мини. Вот, очень глубокие, очень просторные такие два кармана вот такие. Вот, она похожа на мою, на ту, которую вот я хочу что-то с ней сделать. Тоже не ношу, лежит и греет душу. Вот, вот такая вот сумарка, да, когда ее набиваете, она вот так вот раздувается. Раздувается. Так, сумарка была 425-415, сейчас она стоит $400 ровно. Значит, $400, как он называется, Everyday Nose, сейчас я прочитаю ее название, чтобы красиво было, чтобы было красиво, сейчас прочту. Satchel, как-то она там это, Blake Satchel. Так, ну вот, якобы портфель, да, ручки такие вот, как карандашики здесь, и есть длинная ручка, само собой, которая передвигается, можно ее увеличивать здесь, да, вот. Сумочка бронзовый цвет, тоже вчера про нее упоминала, с клапанчиком. Классная, значит, ну не буду ничего доставать оттуда, там карманы с двух сторон, пристегнучка так же, как у всех браминовых сумочек, все здесь точно так же, значит, карман большой от сих до сих, рисунок вот такой вот, выделка, я ее назвала бронзовая, вообще она hazelnut, right, там называется цвет, ну hazelnut, он орех вообще-то там, сейчас, 45 она стоила. Сейчас она стоит $230. Цвет у нее фундук, hazelnut. Я говорю орех. Фундук именно. Вот, ну вот такая красота. Такая. Кто не любит эти самые пикант цвет, значит, вот это вам. Вот, в то же время и не очень она яркая, блестящая, и в то же время такая благородная, классная сумочка. И не очень коричневая, и не желтая, ну, в самый раз. Я говорю, мне напоминает бронзу. Вот. Вот. Вот такая. Это новая модель, кстати. Они вот этих вот не выпускали. То есть пеканы я не видела. Может, позже наделают. Ну, не знаю. Может быть, просто эксклюзивом выдали. Не знаю. Ничего сказать не могу. Вот карман такой. Так.
Какие девочки? Значит, Сара Клатч 125. Сара Клатч на магните, да, 125. В прошлом видео показано было. Пристегнучка, кошелек. Немножко уменьшился. 60, был 65. 60 долларов. Пристегнучка. Пристегнучка, это пекан. Пристегнучка, орех, этот жареный, 45. Был он 55, что ли, или 50. Так, 45 долларов. Пристегнучка называется Credit Card Wallet. Кредитных карт, этот, кредитных карт, кошелек. Кошелек для кредитных карт, да? Его можно пристегивать, знаем, да? Здесь отстегивается, там отстегивается. Можно пристегнуть к поясу, можно в сумке, можно где-то в сумке, как хотите. Так, пристегнучками решили. Значит, Энн-Мари кошелек с выдвижной ручкой. Кто пишет, что Елена, почему вы не открываете? Откройте полностью, покажите со всех сторон. Я не могу каждое видео показывать одно и то же, девочки. Брамин плейлист. Только смотрите, брамин, который недавно. То есть на... Сейчас одну руку неудобно. Брамин, который недавно, не который 3 года назад, вы смотрите фиолетовую сумку и пишете, а я хочу вот эту фиолетовую, давайте мне ее, вот ту, которую справа. Вы же посмотрите дату, вы смотрите 2017 год или какой вы смотрите там. Вот, поэтому смотрите недавнее видео и смотрите там поподробнее. В каждом видео есть, в принципе, эти же модели. Поэтому, если в этом видео не будет переворотов таких, которых вам нравится, или состыковки с какими-то другими кошельками, сумками, имейте в виду, что, ага, сейчас пойду в плейлист, найду Брамин. В плейлисте Брамин сумки из Америки называется. И сейчас я подожди туда зайду и посмотрю недавнее видео. Недавнее видео, конечно, они редко бывают, раз в 3 месяца. В последнее время я так делаю, потому что уже, ну, как-то с этим брамином надо закончить. Что-то мне уже в печенках он сидит уже. Это раз, потом с него особенного нет этого профита. Профит, профит это выгода. Так, значит, это поэтому я... Вот, и как видите, я уже много сумок не показываю, иду к финишу. А вот, на финишной прямой. Так, про что я? Короче говоря, в плейлисте Брамин. Или на канал, когда заходите, лупа на канале. Ну, на канал, да, вот картинка с этими, с кораблями у меня. Под картинкой здесь строчка и лупа, как у всех каналов. У вас же тоже есть канал, вот с которого вы пишете, это ваш канал тоже, чтобы вы знали, да? Вы же можете туда и видео загрузить, и фото, и что хочешь, да? Вот, и у вас тоже есть строка, и там лупа. Нажимаете на поиск, ну, пишите дратата, то есть брамин, или сумки, одно слово сумки напишите, и все. И нажмите на лупу, все, вам выпадают все-все-все-все видео. Только смотрите дату, вот, отсортируйте ее по дате от сейчас. Там есть опция отсортировать сначала новое, сначала старое. Так вот, нажмите сначала новые. Идем дальше. Кошелек Вероника у нас, который раз, два, три. Открывается на раз, два, три. Вот, значит, кошелек Вероника. Это у него змейка там, знаете, да? То есть для монет. Здесь этот замыкается на молнии. Значит, кошелек Вероника 150. Немножко ушел на оценку. Вот. Значит, кошельки маленькие. Маленькие это мини-сури. Да, мини-сури кошелечки. Значит, были они 125, стали, потом они были 100, потом они стали сегодня 90. 90 долларов ни за что продать кошельки мини-сури. Мини-сури. Мини-сури, 90 долларов. То есть, это тот сури, который был на одной молнии. Помните, вот такой кошелек, а это его половинка. Нормальные классные кошельки. Карман за это самое. У меня есть такой один. Вот именно такой есть. Я в нем, с ним ездила, по-моему, в Италию. Карман в плащ засунула. Ну, в пальто такие карманы глубокие, знаете. То есть, очень удобно. Никакой другой кошелек в карман не войдет. Ну, войдет, смотря какой карман. Но все равно, что там большой, да? Вот, а тут вошел и все. И тем более, когда носишься туристом где-то, тебе не очень нужно много в кошелек брать. Там достаточно карты, немножко мелочи и все. Вот. Так, пристегнучечка, да? Пристегнучечка 45 сказала жареный. И пристегнучечка 60 сказала пекан. Еще одна пристегнучечка 60 сказала пекан.
Anne Marie кошелек с выдвижной ручкой. На этот надеваете на руку и несетесь по магазину, как молоденькая. Вот, значит, как молоденькая. Так, вот так вот. Здесь тоже для коинсов, чтобы не выпускать. Коинсы — это монеты, чтобы не высыпались. А здесь все для любовных писем. Можно прятать. Так, теперь Anne Marie. Так, кошельки закончили, что ли? Но у меня есть еще эти, которые Мерлей, да, вчера показывала. Значит, которые Мерлей, которые я собиралась пришивать, да? Вот, у меня их несколько. Значит, Мерлей. 125 Мерлей стоит. 125 Мерлей стоит. С поверхностью гладкой. Ну, это вот для пришивки хорошо, да, плоская. 135 Мерлей стоит с поверхностью крокодиловой. Вот так. Что еще вам показать? Вот это и все. Вот эту вот штучку там у меня спрашивали. Но, может, если она не спросит, значит, ее надо продавать. То есть вот отложил человек. Значит, $120, 125 стоило. Это у нас Лорелей. Вот, значит, просто обыкновенная сумочка, она может быть косметичкой, у нее нет ни карманов, ничего наружу, абсолютно, просто сшитая такая, как, ну, как вот Кати сумка, да, ну, только у Кати карман большой и Кати больше, вот, ну, такая обыкновенная сумочка, дрык-дрык-дрык, то есть сумка под мышку я их как-то называла, помните, у нее ручка такая маленькая, но это уже отложили, должны взять, значит, идем дальше. Косметичка 95, называется она Дейзи косметичка. Они у нас были, вы ее часто спрашивали. Дейзи косметичка, часто спрашивали, недавно кто-то спрашивал, я говорю, нету, она у меня вот была, вот одна единственная осталась, забираем. Косметичка Дейзи. Вот. Так, если ее присравнить с этими сумками. Вот с этими сумками, если присравнить. Вот так вот она выглядит. Так. Сбоку. Показала сбоку. Дези косметичка. $95. По деньгам. Значит, 1000 сюда целиком. Мне кажется, класть ее нет смысла. Потому что ее зацепишь замком. Она, конечно, получается, но не очень. Значит, 1000 сюда, конечно, укладывается очень хорошо. Доллары, у кого не 1000, а деньги заграничные, так скажем. Боже мой, такие. Валюта. Вот за эти операции, что мы с вами делаем сейчас, лет 30 назад, я бы загремела в тюрьму, а вы за то, что купили, тоже. И это самое... И мы с вами в белом лебеде, в черном лебеде, да? Или в каком лебеде бы там мы находились, да, девочки, а? А, девочки, хорошая школа в лебеде, я имею в виду. Так, идем дальше, значит, ну, это Anne Marie большой кошелек, значит, про маленькие, ну, вот так, доллар. То есть вы его придется складывать пополам, и точно у вас получится. Также и тут 1000. Вот. А что у меня из евро? У меня из евро. Кто в Европе живет? Европейки, понимаешь. Вот так вот. Тоже придется складывать. Здесь Европа идет без проблем. Пристегнучку. Пристегнучку Европа тоже не зайдет по ширине. Вот. Так, значит, вот так. Это вот так, это вот так. Ну, примерно. Просто померяю, потому что... Как-то деньгами может быть даже лучше, не правда ли? Вот это мини-сури кошельки. Так, в эту, в которая Вероника. Веронику европейские заходят. В Веронику заходят русские, 1000. И, безусловно, доллар, он худой, худосочный, но зелененький. Вот так вот. Так, ну и что еще? Ну, 500-ки мне не надо. Вам не надо. 100 не надо. И 20 евро. Вот такая. Да?
И вот такая 20 евро. Вот такая евро. Так, ну и все. Это я, конечно, уже ерундой занимаюсь. Это не надо. Значит, кому нужен размер, пожалуйста, пишите. И я вам без проблем измерю и напишу. Так. Просто про размер сумки говорим. Так, до свидания. Все, вот остаточки добираем, девочки, потому что они уже на распродаже. А то потом все время спрашивают, ой, вы это самое, я хотела. Сразу после видео, кстати, ажиотаж обычно, и раскупают сумки именно сразу после видео, через неделю, через две. А потом же через месяц, через два, уже потом остаются то, что совсем осталось. Так, счастливо, до свидания. С Брамином вас бы поздравить, тех, кто купил. Пока. Thank you.